Здравствуйте! Скоро 8 марта. Сейчас я покажу вам, как можно сделать простую поделку своими руками. Для этого нам понадобится белый лист, цветная бумага зеленого и любого на ваш выбор цвета, двухсторонний скотч, фломастеры, линейка, палочка и ножницы. И еще клей-карандаш. Для начала нужно сделать шаблон. Рисуем круг диаметром 14 сантиметров. Рисуем на линии круга вверху или в любом свободном месте точку. Отмеряем при помощи линейки расстояние 7 сантиметров от этой точки до линии круга. Делаем точку. Теперь от этой точки отмеряем еще 7 сантиметров на линии круга. И так далее по всему кругу. Точки нужно отмерять очень точно, чтобы в итоге получилось 6 точек на расстоянии 7 сантиметров друг от друга. Вот что у нас получилось. Теперь соединяем точки отрезками по линейке. Получился такой шестигранник. Теперь от каждой грани многоугольника прочерчиваем полукруг. Если делать это при помощи циркуля, то на всех гранях шестигранника отмеряем серединку 3,5 см и из этой точки прочерчиваем полукруг. Если циркуля под рукой нет, то можно сделать полукруг при помощи круга диаметром 7 сантиметров. Вот так прикладываем и прочерчиваем. Вот что у нас получилось, такой цветок. Теперь мы его вырезаем ножницами и прикладываем к листу цветной бумаги и обводим. Вот я обвела, получился у меня такой цветочек. Сейчас буду его вырезать ножницами. Вот такой получился цветочек. Цветную бумагу желательно брать двухстороннюю, потому что поделку будет видно с обеих сторон. Теперь при помощи линейки загибаем каждый лепесточек. Так, загнули. Проглаживаем. И так все-все лепесточки. Вот что получилось. Теперь открываем лепесточки и соединяем по два соседних лепесточка при помощи линейки. Прикладываем. Так. Теперь вот эти два. И так все-все лепесточки по кругу. Вот что у нас получилось. Теперь находим точку на пересечении вот этих линий и загибаем лепесточек вот к ней. Так вот складываем его пополам, так, чтобы он четко шел вот в эту вот линию. Так, проглаживаем. И так делаем все лепесточки. Можно также делать это при помощи линейки, чтобы было поаккуратнее. Теперь у этого лепесточка вот линия и вот линия, вот точка.
Вот так, чтобы была линия загиба. Так. Складываем. И так все делаем со всеми лепестками. Теперь соединяем все лепесточки к серединке вот таким образом, чтобы вот так вот здесь оставался шестигранник. Так. Так сложили, и теперь лепесточек за лепесточком соединяем. Вот что получилось у нас. Теперь сделаем серединку вот этого цветочка. Я вырезала шестигранник по размерам, как серединка цветочка. И на нем можно написать поздравление. И при помощи клея-карандаша приклеить его вот сюда в серединку. Вот так это будет выглядеть. Теперь можно украсить цветок. Можно обвести все лепесточки вот так вот по контуру. Здесь можно наклеить стразики, наклейки, можно нарисовать что-нибудь. Я нарисовала вот такие узоры. Делаем листочки. Я сначала сделала шаблон, потом уже обвела его. И получились вот такие два листочка. Теперь будем делать стебелек цветка. Я взяла палочку от суши, можно взять любую другую палочку. И сейчас я буду обматывать ее декоративной зеленой ленточкой. Закрепляем ленточку скотчем. И вот так вот обматываем. Теперь при помощи двухстороннего скотча приклеиваем цветочек и лепесточки к палочке. Лепесточки можно вот так чуть-чуть загнуть, чтобы они пообъемнее были. Вот что у меня получилось. Смотрим. И складываем. Вот и все.